Здравствуйте, привет всем. Вот решил показать, как можно собрать кубик без формул. В то же время скажу, что без формулы как таковой собрать кубик не получится, без знаний каких хотя бы элементарных формул. А формула элементарная всего лишь одна, пиф-пафом называется. То есть берем одну сторону, поворачиваем, например, верхнюю, тоже поворачиваем ниже, одну сторону обратно, верхнюю сторону обратно. Это пиф-паф. Если вы сделаете правильно 6 раз, то все собирается обратно так, как оно было. Эту формулу нужно знать. Она практически встречается везде, и ее хотя бы можно будет увидеть, эту формулу. Кубик состоит из углов. Вот раз угол, два угла, три угла. Таких их здесь 8. И ребра. Вот они, середка и центра. Вот из таких 3 частей состоит. Чтобы собрать кубик, нужно начинать собирать его с ребра. Так как вы собираете его первый раз, естественно, нужно собирать это как можно проще. Давайте начнем крест собирать, например, зеленый. Чтобы собрать зеленый крест, нам нужно собрать в кучу все вот эти вот ребра. Мы их будем собирать на противоположной стороне. Собираем их как попало. Вот здесь уже один зеленый есть. Ставим второй. Где находим, там и ставим. По-другому так. Как попало. Ничего, никаких загадок решать не надо. Все, мы собрали 4 ребра. И смотрим, как их поставить на место. Вот он, зеленый цвет. Цвет должен совпадать. То есть, например, вот он оранжевый, он должен идти на оранжевый центр. Вот центр оранжевый. Зеленый, оранжевый. Ставим его на место. Дальше. Зеленый, белый. Вот он уже на месте. Если он не на месте где-то, берем его, ставим просто на место и переворачиваем сторонку. Следующий, оранжевый, красный. Берем и переворачиваем на место. Зеленый, желтый, переворачиваем. Все, нам остается поставить углы. Сторона считается собранной, когда и поясок у него есть. То есть здесь белые, здесь оранжевые, здесь желтые, здесь красные. Собираем. То есть вот эти вот две части, два кубика, они не собраны, по идее. Берем, собираем теперь углы. Вот у нас есть зеленый, оранжевый и желтый. Вот то, что цвет внизу, на него можно не смотреть. Есть зеленый, оранжевый? Все. Оранжевый цвет ставим к оранжевому. Зеленый сам уже показывает, куда ему идти. Берем и поворачиваем. Вот мы повернули, он на месте. Чтобы его обратно не вышибить, берем и убираем его в сторону. Ставим эту сторону на место. Вот он, пожалуйста, пиф-паф. Следующий. Оранжевый-зеленый опять. Оранжевый-зеленый. По-другому он никак не вставит. То есть вы его не сможете поставить сюда, потому что оранжевого здесь нет. Оранжевый есть только здесь. Берем, ставим. То же самое опять убираем в сторону. Возвращаем в сторону. Все. Дальше. У нас вот он, который мы вышибили. Оранжево-желтый. Какой цвет с этой стороны, нам это не волнует. Ищем желтый цвет. Вот. Он совпал. Зеленый. Хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Вот он, пиф-паф. Вот у нас остался один цвет, который нужно отсюда вынуть, как говорится. Но вынуть его так, чтобы он оказался вот здесь. То есть вот здесь, чтобы он оказался. Что нам для этого надо? Нам нужно его перевернуть. Берем и переворачиваем. То есть он должен оказаться здесь. Когда мы опускаем, вот что у нас получается. Нам эту сторону достаточно повернуть сюда. И ставим на место. И вот он показывает зеленый цвет, зеленый-белый, куда нам его уставить. Берем и ставим. Опять с помощью пиф-паф мы его загоняем. Теперь остается нам собрать второй ряд. Вот он у нас не собранный. Здесь те же самые пиф-пафы используются. Смотрим, как его используют здесь. То есть все, что синее, то есть здесь синий, все, что с синим цветом, нам этого не надо. Есть бело-красный. Вот он красный, а вот он белый. То есть нам вот этот белый нужно поставить вот сюда.
Как нам это сделать? Делаем пиф-паф, то есть убираем в сторону. То есть вот это вот, сюда его нам надо поставить. Мы от этой стороны убираем. И ту сторону, куда его нужно поставить, поворачиваем. И ставим это на место. И опять на место. Вот он, пиф-паф. Вот. Теперь у нас два красных здесь, которые нужно поставить сюда. То есть это по-другому называется загнать пару. Берем, делаем следующий пиф-паф. Убираем в сторону, чтобы не разрушить вот эти два. Опять сторона там, где не достает. И ставим на место. И все, у нас уже он на месте торчит. Следующий, что у нас тут есть? Белый. Смотрим, где у нас белый есть. Вот он. Белый-белый. Белый-оранжевый. Вот. Тут другая сторона. То же самое делаем. Убираем его в сторону. Ту сторону, куда его надо поставить. Опять обратно и опять обратно. Сделали пиф-паф. Поворачиваем кубик. Вот зеленый, куда нам надо загнать. Вот они, два оранжевых. Убираем их в сторону, чтобы не задеть. Подставляем в сторону, куда нужно поставить. Ставим на место и возвращаем на место. Вот они, эти пиф-пафы. Вот. Где у нас еще один? Вот. Красно-желтый. Нам нужно его поставить вот сюда. Опять. Не глядя, что, как у нас что стоит, берем, вот так вот делаем, опять в сторону, все, на месте. Ищем, где-то у нас должен заваляться желто-красный. Где у нас желто-красный? Вот он, видим, желтый. Он красный? Красный. Берем, ставим его на красный. Вот поставили мы на красный, нам нужно его загнать сюда. То есть от этой стороны угоняем красный. Подставляем зеленый, зеленый ломаем, закрываем. Вот что у нас получилось. Желтый здесь, красный здесь. Убираем в сторону, на место, на место, на место. Все, два ряда мы собрали. Теперь у нас остается собрать крест. Крест собраться можешь ты сам. Может собраться здесь какая-то палочка, может собраться какой-то уголок. Если у нас собирается палочка вот так вот, сейчас посмотрим, получится у меня, нет. Так. Вот он, пиф-паф. Вот, собралась вот такая вот палочка. То есть креста нет. Нам достаточно просто взять, повернуть. То есть сделать затвор перед пиф-пафом, скажем так. И сделать пиф-паф. И затвор на место ставим. Все, крест собран. Это первоначально, что мы и добивались. Теперь смотрим. Вот как хорошо у нас все. Крест собрался сам. Так. Надо крест разобрать, чтобы вам показать, как это все сделать. Так, вот предположим, у нас крест разобранный. То есть, но один цвет по-любому совпадет, правильно? Нам нужно сделать так, чтобы совпало два цвета. То есть, по ребрам, ребро и центр должно совпасть в двух плоскостях. Не напротив, а рядом, в соседних. Берем, вращаем кубик, смотрим, где это совпадает. Оп, повернули. Желтый здесь, оранжевый здесь. Берем вот эти собранные части, ставим дальше от себя. И к левой руке. И делаем так. Делаем затвор. И делаем... А, нет, вру. Не затвор. Берем, ворачиваем одну сторону на себя. Прокручиваем два раза. От себя. Опять прокручиваем два раза. На себя. Теперь фронт. Вот этот вот. Крутим. На 90 градусов. И делаем пиф-паф. Раз. Два. Все. Теперь возвращаем назад. Это назад. И это ставим на место. И шляп поворачиваем на 90 градусов. И у нас крест собирается. Это называется правильный крест, когда совпадает с центрами. Теперь нам надо поставить на место вот эти вот углы. Как их поставить на место?
На место они ставятся пиф-пафами. Если вы держите кубик так, цвет, который нужен нам поставить сюда, вы видите его сверху, значит, делается 4 раза пиф-паф. Здесь он, везде его будет видно. Вы делаете или 6 раз пиф-пафов, или 12 пиф-пафов. Я имею в виду все общее. Начинаем. Раз пиф-паф, два пиф-паф, три пиф-паф, 4 пиф-паф. Все, на месте. Дальше, как вот кубик остановился, так мы его и держим. Мы берем, поворачиваем эту сторону, подставляем следующий несобранный, и опять 4 пиф-пафа. Раз пиф-паф, два пиф-паф, три пиф-паф, 4 пиф-паф. Если цвет вы не видите, и тут его нет, значит, делается всего лишь 2 пиф-пафа. И кубик точно так же собирается. Здесь мы попали везде по 4. Раз пиф-паф, два пиф-паф, три пиф-паф, 4 пиф-паф. Все, мы собрали сторону, но остались несобранные углы. Как правило, получается, как говорят, вот таких два глаза. Два глаза должны быть всегда сверху. Если тут два глаза и тут два глаза, то что я сейчас буду делать, вы просто-напросто сделаете это два раза, а не один раз. Смотрим, как это сделать правильно. Видите, один угол собрался. Мы его должны разместить от себя вдалеке и внизу. И глаза должны быть сверху. Если угол этот собран, то мы его держим так. И глаза вверху. Если угол этот собран, то мы ставим к правой руке. И делаем следующее. Раз, два. Поворачиваем. Раз, два. На место. Фронт. Раз, два. Здесь все по два раза. И опять раз, два, только уже другую сторону. И опять раз, два. И опять. И раз, два. И кубик у нас собранный. Вот такое вот видео. Но формула пиф-пафу вы должны знать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они, 6 пиф-пафов. Так и не получается. Спасибо за внимание. Учитесь. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Может, еще что-нибудь выкину интересное.